Где можно назначить свидание, чтобы удивить, а еще и сэкономить? На катке. Всех, кто в день Святого Валентина пришел на стадион «Текстильщик», ждал приятный сюрприз – прокат коньков и выход на лед для двоих по цене одного. А еще в рамках проекта «Чемпион-37» состоялись показательные выступления воспитанников Федерации фигурного катания. Проект «Чемпион-37» появился еще в прошлом году, но в силу своей популярности его решили продолжить и зимой. В общей сложности в областном центре запланировано более 20 открытых тренировок и мастер-классов с участием титулованных ивановских спортсменов. И сейчас у нас проходит ряд тренировок на свежем воздухе, на открытых площадках города, в рамках которого все желающие жители города Иваново могут принять участие в мастер-классах, показательных выступлениях ведущих спортсменов по зимним видам спорта. Также для всех желающих 14 февраля на катке провели открытую тренировку по фигурному катанию. Этот вид спорта завораживает своей красотой и отпугивает сложностью, но бояться первого шага не нужно. Нет такого вида спорта, чтобы он был легкий, но фигурное катание, это, мне кажется, грация, восхищение. Это, наверное, уже не хобби, а это уже, наверное, жизнь, так как больше времени мы проводим здесь, на льду. Итак, можно сказать, даже с утра и до вечера. Для тех, кто желает присоединиться к проекту «Чемпион-37», каждую субботу в 12:00 на стадионе «Автокраны» проходят открытые тренировки по различным видам спорта. Попробовать себя в чем-то новом могут все без исключения. Любовь Очерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.